Родился я в 1935 году, 7 ноября, в Большой Тигине. Раньше Белярский район был. Вот. И в 1952 году окончил 7-летнюю школу, работал помощником комбайнером. Тяжело было, конечно, отец в армии был, и эту мать в колхозе работала. А мы тоже работали. Где-то табуну пас, конником работал, это перерывы, где это, ну, летом. А зимой учились, там, это, осенью. Проблема всегда была, шеи да блохи кусали нас. Топить ничего было. Раньше это навозом сделали, называется какие-то, саманы это, кизики называется. Топили этого. Ну, дом маленький был. Ну, началась война, отцу призывали и эту в армию. А мы остались вот с матерью. Мать колхоза работала, ему тоже помогали ей. Старшая сестра, и это брат, еще сестра, два сестра, два, один да, брат. В ЗОВ забрали во время войны. Это. Они это, работали. Два сестра попала, и это в Якутию, самый холодный район Якутии, это Аймаконский район. Вот. А брат попал, это красноярцы. Вот, и там жили, остались там и жили. До сих пор живут ребятишки, они уже погибли там. А ребятишки есть, внуки, внучки, вот, иногда. И это по телефону разговаривают. Я, конечно, нет, не разговариваю, а это сестра, дочь разговаривает, живет. Нормально. Война кончилась в 1946 году, в 1945 году. Вот это. Ну, потом это, окончил я это 7-летнюю школу, работал в колхозе. Помощник комбайнером работал, Зарпов Нургаляму. Комбайнером был. Вот. Потом это прозвали это, в 1954 году, 3 августа, в армию. Вот. Я первый раз это тогда в Белярский район был, с Белярского района Чистополь, с Чистополя Казань, с Казани, Саратовской область, город Волесок, туда попали. Вот. Через месяц это присягу принимали там. Потом нас отправили в Австрию. Вот. Там попали в город Швейхат. Вот. Там нас на это школу отправили, в школе учились электромеханик-шоферы. Придвижной электростанции обращаться. Вот. Прожектора обеспечивают, это взлетная полоса, вот, которой я в авиационном части служил. Оттуда это около полтора года там был, в Австрии. Очень красивый город. Даже не плюет на землю там. Вся блестит. С ребятушками даже в магазины не заходит. Специально это есть сделано площадка. Ребятушка оставляешь, вот, и заходишь в магазин. Вся эта витрина на улице. Надо чего-нибудь, витрину смотришь, надо, зайдешь в магазин. Если не найдешь, не надо, не заходи лучше. Зайдешь, хоть иголку купи, спасибо скажет, и завертывает, отдает. Вот. Такой народ. Не ворует, хоть золотой час упадет, останется на дороге. Специально это есть, как почтовые ящики. Вот, берут и туда кладут. Каждый, ну, через 200 метров, наверное, так и висят. Вот. Там это, Австрия разделена на пять частей. Американский, английский, французский, наши и нейтральные зоны. Нейтральная зона это, находилась на все по Варшавскому договору знамя. Знамени всех стран, которые выходят на эту. Только офицеры на корабль ходили, а рядовые солдаты не ходили туда. Месяц там офицеры ходят,
Потом другой месяц, другой, например, это американский, английский, французский, вот ходили там. А после этого, через полтора года, нас начали готовить на экзамен. Вот. И вдруг начался в Венгрии это мятеж. Вот. И мы остановили нас, приказ был, наверное, из Москвы. Вот. Остановили, не начали обращаться как оружием, как противогазом, и гранату, как это обращаться надо. Вот. Потом этого октября месяца нас собирали и привезли в Венгрию. Там наш советский полигон был между Алепом и Карпатом. Австрия входит в эту Алеп там, а венгры Карпат, Закарпатский военный округ. Вот там это тренировали нас, и вдруг это нас приказ сказали, что с Москвы приехали начальство. Вот. А до этого стреляли только холостым патроном. Вот. Ну, видели, что творится там это. Так и пацаны приходят, если на улицу идут, приходят и что вытягивают, русский бандит, иди домой. Вот. Ну, Микоян, Конев, Суслов приехал, как раз мы встретили этих. Вот. В аэродром собрали нас, привезли в аэродром, все вооруженные до зубов. Сказали, приказ дана, давай вперед. Вот. Нас потом оформляли рота охраны. Номер один, раньше не было это ОМОНа. Вот мы охраняли и правительство, и этого банки, аэродромы, заводов, фабриков там, это автовокзалы, железнодорожные вокзалы, все мы охраняли. Уже после приказа прошли десант, потом пехота, потом нас. Мы охраняли. Они освобождают, мы охраняем. Они освобождают, мы охраняем. 3 месяца был я в Венгрии. Вот. Я поперек, вдоль поперек прошел, где это, 5 дней, иногда 10 дней, иногда 15 дней, как а там это сделает, вот это, собирает свой это, персонал, обслуживающий персонал. Вот. А в Венгрии началось, Имрнад был там президентом, убежал, оказывается, он в Югославию улетел. Без правительства осталось. Вот. Микоян Конев Суслов приехал, и это, давай восстановить. Ну, что, сопровождали все, куда надо, сопровождали. Очень красивый город, оказывается, Будапешт. 2 города, с одной стороны Буда, с одной стороны реки Пешт называется, Будапешт называется. Очень красивый город. Опасность вся, это даже не жалеет. Все они стреляют. У всех есть. Вот сейчас это Киев показывает. Давай, это бандеры, все вооруженные. У них тут уже спрашиваем мы это, стариков, откуда у вас такое это, оружие? Вот. Они говорят, у нас у всех есть. Вот. Одно слово. Спрашиваешь, чего это, где это спрятано? Мы говорим, не знаем. Вот. От нас, говорят, никто не забрал. Вот, старики уже, как я, вот, например. У нас, говорят, у всех есть. Молодые стоят, смотрят, что не провоцировали. Ребятчики приходят. Эй, русский бандит, иди домой. А мы говорим, чего сказать. Мы завтра уедем. А, говорят, они стоят. Вот так пацаны втором, это, третьем классе учатся, наверное. По-русски знают, а мы не знаем по-русски. Как татары, они хорошо знают, большинство там украинцы, это западные, наверное, украинцы. Вот приходишь, это, на посту стоишь, говорят, ты, говорят, откуда? Не с Украины? Нет, мы говорим, с Урала, мы в сторону Урала, Сибири. Охраняли все, что это, заводов, фабриков. С этой стороны это есть, скотину держат, это... Балатон, в сторону Балатон, там животноводством занимается. А с этой стороны, где мы жили, там всякие
махорка сажает, кукуруза сажает, это пшеница, овес сеет, вот такое занимается. А везде это потом виноградники там. Вдоль дороги все дикие деревья не растут, все плодоносные это деревья растут. Все хорошо очищено, вот. Специально, наверное, люди есть там, это, занимаются этим. Обрезают весной, собирают, это, песком высыпают, вот так клумбы делают. Вот такой это, тесто. Ну, злой народ. Если чего скажешь, все, что до свидания. Я все время Бога спросил, чтобы наше тело, чтобы не осталось. Вот. Слава Аллаху, приехал я. А в нашу часть 54 человека погибли. После войны мы это остановили, все порядком наводили, все нормальным русло сорвал. Потом это привезли эту могилу, которые умерли люди, солдаты. Не копают эту могилу, не дают, места не дают. Там все протезировано. Вот потрясенно лежал это. Могилы. Увезли там, где мы первый раз приехали, этот полигон, туда это хранили. Потом, после этого, обратно, специальные ящики, могильники были, могильщики называли. Они, вот, медики там копают, чтобы не испортилось, специальные машины есть, туда укладывают, и это какой-то химикат. Сыром пахнет потом. Да, во время мятежа там же не лежали русские, идите домой, все. Русские бандиты, говорят, бандиты, и русские бандиты. Мы, говорят, во время Гитлера, говорят, хорошо жили. После вас, вы уйдете, после вас будем хорошо жить. Ну, после войны кончилось, все наводили порядок, микоянцев уехали. Они приехали не через Чуб, там есть, одна сторона Тиса, река есть. Вот. Там мост, а это наши поезда ходят широкой колейки. А с этой стороны Тисы узкая колейка, а там наши поезда вагоны не ходят, не может ходить, переделывать надо колеса. Вот. А это, которые они с своей стороны, все дамбы, рельсы, ничего не оставили, спрятали. Говорили офицеры, уже, говорит, 30-35 километров, говорит, длиной, никакой рельсы, никакой это, дамбы, все бульдозерами выталкивали, чтобы русские сразу зашли, наводили порядок, и это, нашли. Вся эта сторона, граница все сказали, заминирована, туда не ходите, мы не ходили туда. Там категорически запрещен был, это, где заминированы границы, туда даже не пускали, а... Жрать-то всегда есть там. Надо, открываем, возьмем для себя и все. А нас вооружили, 100 патронов дали, по 2 граната дали, противогаз, лопата и вещи, вот, которые пара зимней портянки. И это летней портянки пары, 2 пары. Вот, кружка-ложка, все оперативные приборы, все. А это... Все уничтожали, нет, нашу карточку, ни одного карточку не оставили. Вам не положено. Вот какой-то красный погонник приехали из Москвы или откуда-то, не знаем, они не говорят. Мы авиационная форма, они ходили по красной форме, как пенсионеры. Все, вывернуты карманы и все. А никакой карточки не оставили нашу роту. Не знаю в других ротах, а наших нет. Ну и это... В 56-м году, и это в 57-м году, и после этого еще до декабря я служил. После, во время этой несения службы, после окончания мятежа, меня поставили старшим механиком в аэродроме, осветительный прибор, прожектор освещает, это переносные радиостанции, и переносные... это электростанцию обращаться мы, потому что на это учились. Вот. Потом я, это
Там и служил. После этого приказ был нас домой отправлять. Вот. 3,5, почти 3,5 года служил. Вот. У нас 4 года было. Вот. Ну, и кто участвовал на эту процессе, нас сказали: молодцы, вы свой долг это сделали, отдали свою честь, мы, говорит, вас сейчас уволим. Вот, нас уволили. И после этого дали нам участник Великой Отечественной войны. Вот у меня есть инвалид, у меня контужен был. Снаряд упал прямо не на попадание, а примерно 10 метров, 5 метров снаряд упал, и все. А аэродромы все ничего не оставили, все осколки только остались. По Варшавскому договору орудия наши, самолеты наши, автоматы наши, карабины наши, машины наши. У них Чепель есть завод, Чепельский завод военный, и наши, их армии. ГАЗ-51 был наши, а наши, мы сами ездили на ЗИС-5. Вот что, все вооружение там было. Вот. А из Союза приехали войска, по 5 патронов дали. Старый автомат, второй карабин, их по патронов нет. Из Германии привезли. А потом вооружение привезли, сколько надо, стреляет только. Там... сразу своей, это, как называется, армии там, сразу мы нашу армию разоружили. Все вооружения возили это в один аэродром, там закапонир называется. Раньше, во время войны, Гитлер сделал закапонир самолета, чтобы прямое попадание самолета стреляет в аэродром, а самолету, чтобы не попал снаряд, пуля или взрывчатка. Вот у них вот так пирамиды, высокие они. Там раньше маленькие самолеты, по 4 самолета поставили, это, спрятались. А потом наши реактивные МиГ-17 3, а МиГ-19 по 2. А большие бомбардировки, они потные только. Спрятали, чтобы если снаряд падает, там ничего не случится. А если сверху прямо попаданием на эту точку, может уничтожать самолеты. А остальные там сделаны закапонеры, как египетские пирамиды сделаны. Мы удивились, для чего это, для чего. А там же офицер знает, старые все во время войны, это военные, старые были уже офицеры. Вот они говорят, вот для этого сделаны это. Два бетонка был. Один бетонка наш, советский, большой бетонка, это залитый, 2,5 километра длиной. А нашу самолету бомбардировки не могли, 3 километра надо им. Сделали мы дополнительные это, твердый покрытый им только сделали. А другой это бетонка, венгры наши самолеты испытывали. Оттуда привезут из Союза, они здесь собирают, Чепель называется, у них один завод. Машины, тракторы, самолеты все в одном месте выходят. Вот. И там испытывают. Чепельский завод сделан так, каждый завод, цех отдельный. Снаряд падает, один цех это разрушится, а остальные работают. Вот как сделано. Ну, железо, не железо, черепицем закрыто все это, там только черепицы, ни доска, ни шифер, ни железо, все черепицы. А дома это, в сельском местности саманные. Они копают подвал, и там саманные это делают. А это электричество проходит сверху, через крышу все натянуто, чтобы не мешал дорогу и это, там это. Ну, все, большинство односторонней дороги была пишет. Все это, мосты очень много. Вот отсюда проходит мост, через мост выходит на эту односторонную, там узкие дороги. А во время мятежа кидает зажигательный и это. Ну, бутылка там.
Наши раньше были это не закрытые бронемашины. Там оружие, боеприпасы, там с собой ведешь. А там стоя все автоматики вокруг этого бронемашины, это кузовы. Вот. А во время дождя они закрывают это. Брезентом закрывать, а сейчас ведь нет, это все закрытые и боковые. Вот они кидают туда прямо на бронемашину, это зажигают и взорвут. Сталина памятником на дорогу это вытащили. Среди дороги стоят Сталина памятник, и сзади орудия стоят. Страшно было там. Творили, потом им это уже дали, приказ дали. Давай, стреляй, и все, никого не жалей. Там же не прицеливаешься, и все. Автоматом, и все, идешь, и все. Ну, после этого приехал сюда. 6 лет комбайнером работал после армии. Потом это хорошо в кукурузу вели сажать. Это, кукурузу сеяли. Вот такой вышла кукуруза и не вырос. Комбайнерам ничего делать сейчас. Все комбайны поставили, нет урожая, не было. Потом в шофер надо было, в райпа, Алексеевского райпа. Вот. Тогда РТП назывался. Меня вызывали, ты говоришь, шофер. Я как раз приехал из Казани, из армии. Поехал в эту, Казань, там это пересдавал эту на права. От Казани я право получил, потом право и это поступил шофером. 28 лет работал в райпа шофером. Вот. Потом 2 раза остановили, когда Статсоюза грузили 100 декалитров водки. Ехать надо через Челны. Вот. Остановили. 7 ящиков водки у меня забрали. Вот. Я сейчас плакать оружие. У меня с 1954 года оружие таскал. Вот сейчас только 3 года только я сдавал милиции. 2 стволка за спинкой, они 4 сидят, милицейские формы, может, они солдаты, может, вооруженные. Давай, говорит, нам 7 ящиков водки. Тогда водки не было. Вот. Я говорю, у меня не водка, вон печатано это. Мы говорим, из Казани, говорит, это, за тобой едем. В 97 километре вот, Челнинская заправка меня остановили они. И забрали. Я говорю, хоть деньги дайте сейчас. Ну, наверное, слезы, наверное, пошел и все. Я один магазин, а товаров через это. Сорочегора, там это, легко ходили, сел да уехал, документацию, я кругом туда еду, приехал. Вот потом меня таскали, где куда доел водки, каждое заседание. Вот это сейчас, это работает Сафина, она директорша была, моя директорша, директор магазина была. Вот она просто меня защищала, до сих пор я увижу, спасибо говорю ей. Вот. Нынешнее поколение самое хорошее, сейчас жизнь другая, все нормальные, магазины полны, сейчас ничего не надо, ничего не надо. Только работы надо молодежи. Жизнь сейчас 100%, 120% хорошая, чем раньше. Работа всегда надо. Если не работаешь, это чужих не проси. Надо работать, надо трудиться. И свои, которые работают, любить надо. Да.